Фото: Стю Форстер, Джетти Мюджес. Группа пожилых британских болельщиц не поедет в Россию на ЧМ-2018. 5 апреля 2018 года, 20 часов 24 минуты. Футбол. Чемпионат мира по футболу 2018. Группа пожилых британских болельщиц, каждая из которых является бывшим членом женской вспомогательной службы военно-морских сил, сообщила, что не поедет в Россию на чемпионат мира 2018 секунд целью поддержать сборную Англии. Болельщицы также выразили беспокойство за безопасность тех фанатов сборной Англии, которые летом отправятся на Мундиаль. «Думаю, болельщиков сборной Англии, которые отправятся в Россию на чемпионат мира, не примут с распростертыми объятиями», приводит слова одной из болельщиц CNN. Английский фанат: «Хотим хорошо провести время с россиянами в их славной стране». Источник: SNN. Сообщить об ошибке комментарии.